У нас есть домашний питомец, ему уже 13 лет. Это не просто питомец, это наш член семьи, потому что это, наверное, заведено еще давно в моем детстве. Это у меня были домашние животные, коты, собаки, и очень много всяких разных. И обязательно нужно заводить. Это ответственность для ребенка, которую он в первую очередь берет на себя и дисциплинирует в первую очередь. Я считаю, что если ты живешь в городе, именно в квартире, то можно обойтись и без питомца. Если у тебя частный дом, потому что, ну, как я считаю, что собака должна охранять дом, она должна жить на улице. Ну и кошка. Кошку я считаю, что можно. Но зависит от ситуации. Ой, вы знаете, лично у меня нет. У меня у дочери, зятя родителей, у них полон двор. И собак, и кошек, и черепахи, и улитки. В общем, а у меня нет, потому что у меня не бывает дома. Ну, у нас нету. Ну, есть. У нас были раньше как бы животные. Ну, может, если кому-то нравится.